Итак, ребята, Рига, парк, где бастионная горка, вон она, эта бастионная горка. Там этот театр огромный, отсюда не видно, это городской канал. Вот, там памятник свободы, вон он, виден так, более-менее. Вот канал. Причал небольшой. Что я хочу показать? Вот мостик относительно недавно тут построили. Видимо, воду насос из этого канала качает. Она оттуда, здесь водопадик небольшой. И вот эти замки, этот мостик, и здесь эти замки. Миллион замков. Прямо, я не знаю, как будто кто-то специально их сюда натыркал. Разного вида, разной формы, с надписями, без, крашеные, не крашеные, с ленточками, с именами, там он со всякими имена всякие, да, год, ну, женятся, расписываются, бегут сюда, вот, только бы телефон не уронить. И то же самое с той стороны. Целая куча замков. Вот, говорят, в каждом городе что-то такое есть. Раньше такое было недалеко, относительно недалеко от моего дома, в парке Аркадия. Там тоже. Надо будет туда зайти посмотреть. Там, наверное, там их пилили, пилили, спиливали, потому что уже некуда вешать было. И вот... Видимо, влюбленные. Но это, наверное, уже официальное место для этих замков. Вот. Вон какой-то фраер побежал. Вот такой мостик есть в Риге. Рядышком с памятником свободы. Вот причал здесь. Лодочки в хорошую погоду ходят, можно прокатиться. И вон этот, это Милда, ее зовут Милда, памятник свободы. И вот этот мостик. Все, спасибо.